Для Самарской центральной городской детской библиотеки проведение творческого фестиваля «Особый формат» – первый инклюзивный опыт. Подобные встречи проходили и раньше, но таких масштабных еще не было. Устроить для ребят с особенностями развития настоящий творческий праздник помогли средства муниципальной программы «Самара детям. Мы разные, мы равные». Как отметили сотрудники учреждения, такие фестивали – одна из немногих возможностей для инклюзивных коллективов показать свои таланты. Им нужно это, им нужно выступать на сцене, им нужно себя показывать, им нужно транслировать свое творчество. Именно для этого мы решили создать вот творческий фестиваль, чтобы такие ребята могли себя проявить на сцене. В рамках фестиваля для ребят подготовили масштабную программу. На протяжении недели детей ждут разные арт-встречи и мастер-классы, среди которых изобразительное искусство, дизайн, художественное слово и даже мастер-класс по созданию телевизионного репортажа. Ребята смогут почувствовать себя настоящими корреспондентами. Так, первый день фестиваля начался с создания картины из пластилина. Гостями художественной мастерской стали воспитанники школы-интерната «Преодоление». Вообще они очень любят эту библиотеку. Мы ходим сюда часто, мы проводим здесь много времени, читаем книги, делаем какие-то мастер-классы, приходим на кукольный театр, в кукольный театр, то есть они смотрят. Инклюзивный творческий фестиваль завершится 20 числа грандиозным галоконцертом, где выступят инклюзивные коллективы и дети продемонстрируют результаты творческих мастер-классов, поделки и получившиеся видеорепортажи. Инклюзивный творческий фестиваль завершится 20 числа грандиозным галоконцертом, где выступят инклюзивные коллективы и дети продемонстрируют результаты творческих мастер-классов, поделки и получившиеся видеорепортажи. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.